Что, для вас в один миг пролетело, для нас атака уже началась на здании. Что у нас там атакуют? Атакуют победа. Алтаец пробил их. Убийство 470, 238 ранены. Уже пора это отъезжать. Ну все, блин. Где это раненые-то тогда? Они 238 раненых, а на самом деле у меня живых там еще целая куча. Вот оно как. 391 убийство. У-у-у, сейчас мы наберем, я тут чувствую. Смотрите, 9600. Сейчас мы полетим, взлетим просто. Прикольные атаки. Атаки прикольные. Ю. Чем он там нападал-то? 44 тысячи. На мои 43 разбился просто, братан. Им сначала надо меня пробить, чтобы хоть что-то смочь. Что, еще будут атаки? Или это все? Что? Вот у него вроде нормальная армия побежала у этого чувака. Он сейчас до этого я записал, удалил. Что все подряд монтировали? Он там одним воином напал вообще, я как бы считаю, что на того не стоило. Ты сейчас нормально должен пробить. Так, что нам напишет? Сейчас там еще вот та братва придет. Сколько там до той братвы? Минута 20, сейчас он меня, наверное, пробьет. Ну-ка, посмотрим, на что способен чувак. Смотрим. Раз, два, три, поехали. Опа, победа. Вот, меня вот он пробил. Сколько у нас там защитников осталось? Прилично, еще сидим, не рыпаемся. Сколько мы ему убили? 166 всего! Ну, у него, конечно, 377, 37 левел. Это, конечно, слабенький. Ну, конечно, тут Т3, Т4. Я такой со своими Т2. Вот русом 249 нанес, этому 256. Мы в троечка отбились. Там сейчас еще вот эти пойдут. Да. Сейчас надо лечиться, будут отправлять после следующей атаки. Она уже сейчас побежит. Такой слабенький, они еще ничего не пробивают пока. Что у нас там? Тысяча, нормально сидим. Там у нас кто-нибудь есть в гарнизоне? Ну да. О, вот эта братва побежала. Вот это 5 человек, сейчас я их пробью нормально. После этого сразу пойдем лечиться. И обратно в засаду. Неизвестный враг набег. То есть, если отображение бинокля, это разведка, я так понимаю. Если несколько флажков, это такая большая атака. Ну, прикольно, прикольно. Хоть повоюем. Ну, это, конечно, мощно. Я ему вообще там снес. На 166 убийств несерьезно как-то. 9700, но уже поинтереснее. Сейчас мы в защитку бахнем. Ну, они, я так думаю, долго будут меня пробивать. Я сейчас, если мне много снесут, отрегенюсь, пойду обратно в дом. Быстренько восстановлюсь, жребий брошен. Там у нас народ еще умудряется атаковать. 73-ми бойцами. Ну, что вы, пиздец, как долго едете? Что, будут атаковать, нет? Или так и будем сидеть? Да уж. Ты куда поехал? Фиг пойми, кто поехал. Рассыпалась братва. Почему на меня напал какой-то обморок? 122 убийства, у этого 493 убийства, у этого 390. Почему на меня напали обмороки? Я вообще в шоке. Это было капец, сейчас как мега грустно.
Я прям расстроился. Очень сильно. Ну, зато интереснее будет воевать, когда сейчас мы перейдем на новый сервер. Вот там будет интереснее воевать. Что у нас там на второй день появился новый сервер? А нет, еще, слушайте, можно будет, в принципе, наверное, перелететь. Вот завтра бы с утра бы он появился, я бы, наверное, с радостью бы перелетел. Блин, Рика так охота прокачать. Прям прокачать. Так, что, на нас атака, да, идет? Так, это что, разведка, неизвестный враг? Зачем на нас кидать разведку? Чувак, ты 10-й левел. У тебя смотровой вышки там еще толком нету. Ты на меня разведку кидаешь, шутник, блин. Атаку запускайте. Get it.
Get it.
Get over here.